Яркие костюмы, ростовые куклы, задорные песни и танцы. Так отметил день рождения Центр внешкольной работы. Этой осенью он отмечает юбилей – 30 лет. Для жителей города на лыжной базе педагоги и ребята подготовили насыщенную праздничную программу. Мы организуем интерактивные площадки, которые будут работать для горожан. Будет работать сцена, и наши творческие коллективы покажут, на что они способны. Ну и, конечно, одна из целей еще не просто показать себя, но и привлечь еще других ребят, которые еще, может быть, не пришли к нам, но буквально в понедельник побегут в наши клубы. Все желающие смогли сделать футболку своими руками, поучаствовать в турнире по футболу и воркауту, пройти веревочные курсы, а также увидеть концерт творческих объединений. Многих ребят привлек военно-исторический городок клуба «Армир». Мы будем заниматься с ними военно-исторической реконструкцией и ролевыми играми живого действия, и дисциплинами, которые к этому прилагаются. То есть фехтование, стрельба из лука, исторические танцы, ремесленная деятельность, чтобы все это самим уметь делать. 30-летний юбилей – это повод подвести итоги большой работы, подумать о дальнейших планах и целях. За эти 30 лет Центр внешкольной работы уже многое сделал для города и горожан. У нас очень много ребят, которые стали лауреатами международных фестивалей и конкурсов. У нас есть победы в грантовых конкурсах. Кстати, надо сказать, в 2021 году волонтерский отряд «Акбар» получили грантовый президентский грант и сейчас реализуют свой проект, который рассчитан на горожан и на их питомцев. За всеми мероприятиями Центра внешкольной работы следите в группе ВКонтакте. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.